Привет, Олег, привет, художник и психолог. Слушай, у меня ромашки, у тебя ромашки. Ну, у нас сейчас идет вот эта вот череда ромашек, белая ромашка, цветок любви. Ну, ты посмотри, я там немножко доделаю. Там, смотри, божья коровка на ромашке. Ну, конечно, вижу, волшебная божья коровка, волшебная ромашка, волшебное настроение. Божья коровка, детство вспоминается, природа, да, вот такая вот Да. ассоциация. Парнишка, видишь, замечтался, и у него, значит, романтичных любовь, и там у него плавают цветы в голове, там цветы в голове. Кстати, усики я ему приделал, потому что вебинар классный такой у нас проходил, и там был наш товарищ, который мне сказал, почему он без усов, потому что он сам с усами. А у нас же есть формат коллективный разум, и я прислушиваюсь советам, но решение принимаю сам. Думал, 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 взвешивал и усы приделал. Ну, как ты? Ну, отлично с усами. Усатый юноша, да. Усатый юноша Выражение в мечтаниях. В есть? мечтаниях о любви. В глазах есть выражение? Сейчас мне надо волшебные очки одеть, Хасан Ильич. Давай. О, ну, конечно, он там так замечтался, я вам скажу. И И еще. сразу видно, о ком он думает, о ней, о любимой. Ну, есть. Да? И Там еще. есть, там есть, там есть. Еще. Есть волшебство. Хорошо, ты мне посоветуй, пожалуйста. Вот ромашка тоже, видишь. Но это вот, смотри, я ее несколько раз переделываю. И может кто-то в комментах еще подскажет, как лучше сделать. Во-первых, это мужчина или женщина? Вот непонятно пока. Ну просто если это женщина, то шею нужно уже сделать, мне кажется. А если парень молодой, то у вас шею оставить, но изменить что-то в лице может быть. Да, глаза какие, видишь? Вижу огромные глаза, огромные. А ромашка у него во рту, он вот так вот стоит. Вот. Очень хорошо. Наверное, это парень все-таки должен быть в конце концов, нет? Ну да, конечно, я парня рисовал. Ну вот. А Ну, зубки? наверное, что-то изменить в лице, может, надо его. В лице? Ну, а может быть и нет. Ну, не знаю. Пусть нам комменты сделают, мужчину сделать или женщину, Ну, роман. я думаю, парень, да, парень молодой, да. Да. Слушай, я тебе еще что хочу спросить. Вот я показывал вот это, еще раз хочу показать. Дело в том, что мы соединяем усилия с результатом. Когда человек получает результат от усилия, если он подряд несколько раз получает результат от усилия, у меня же есть теория результата, усилия результата в книжке «Украшение стресса», давно еще выпущенной, так у него крылья растут. Вот у нас же метод так, подбора путем перебора, чтобы обходить негативные результаты и получать только позитивные, чтобы у него крылья росли у человека. Так Да. вот это то, что я показывал, вот эту точку. Вот она здесь, вот. Ворота духа, фэн-чи. Вот она здесь. Сюда надо... В ямочке, да. Да, кулак положить. И вот так вот делать самомассаж вдоль шеи. И в этот момент сразу говорить себе, ой, как хорошо, ой, как хорошо. Когда мы получаем от результатов, когда крылья растут. А еще говорить заодно, ой, как хорошо, ой, ой, какой я молодец, ой, Да. какая я молодец, я красивая, сильная, добрая, помогающая ближним и так далее, да? И добавлять. Позитивные вещи себе наговаривать на этом фоне. Это называется аффирмацию делать. Да, аффирмация. То есть мы делаем усилия, соединяем в мозге усилия с ощущением позитивного результата. Ай, как хорошо. Одновременно самомассаж получается, одновременно мы соединяем ранее несоединимое. И поэтому потом, когда человек чем бы ни занимался, когда ему нужно делать какие-то усилия, которые ему не хочется делать, потому что ему что-то не нравится, но сделать надо, он вспоминает это действие.
Ай, как хорошо. И у него потом, чем бы он ни занимался, когда у него трудности, он вспоминает это, и у него возникает ощущение. Ай, как хорошо. То есть всякое усилие будет вызывать ай, как хорошо. Это очень потрясающее открытие. Это шикарная формула, прям формула, да. Действие, Да. именно эта точка, если ее взять, с тем, что ты себе озвучиваешь, и что тебе хорошо, Ну, ты психолог, ну ты и понимаешь. что ты хочешь, и Молодец, чего ты хочешь, да. молодец. Совмещаем, да, психологической аффирмацией с физическим действием. Положительным, потому что оно само по Естественно. себе позитивное, только при этом приходится делать усилия, и таким образом мы соединяем усилия с конечным положительным результатом, с окрылением. Такое появляется хорошее состояние, я этим пользуюсь очень часто. Покажи свои ромашки. Ромашки живут. А, ну ромашки. Поближе, поближе. Ромашки. Вот мои ромашки. Ой, какие У меня, потрясающие. оказывается, на вот такие ромашки, вот такие ромашки. У меня даже подсолнух есть. Но я его в следующий раз вам буду показывать, подсолнух. Когда у нас тема подсолнуха будет, тогда. Сейчас у нас тема ромашек. Хасан Магомедович, а я нашим уважаемым слушателям хотел сказать, что не всем бывает понятно, а я хотел бы все-таки донести, что нам нужно брать эти идиорефлекторные ключевые действия, которые мы уже вычислили каждый для себя, что у кого легче получается, и в своей комнате психологической разгрузки 5 минут в день, но каждый день делать это в стиле игры тренировки. И вот как раз-таки добавляя эту формулу, о чем мы сейчас говорили, что вы сейчас показывали. Как хорошо, какой я молодец, да, на фоне вот физических разминочных действий для улучшения венозного оттока в данном случае. Кислород. Да. И играть это с ближними, с близкими, с детьми, со взрослыми дома. Это же 5 минут действий. Ну, Ведь ты покажешь мы крест. каждый день получаем Выбирать стресс. каждый свое, да. Каждый день Как стресс у нас получаем. Поэтому 5 минут учение. уделить этому. Да. Это же просто так просто и легко, но с каждым днем мы сбрасываем напряжение и будем себя чувствовать крепче и крепче, и лучше, энергии будут больше, позитива будет больше. А еще, ведь это улучшает межличностные отношения, если ты играешь в Да, микромышленную конечно. игру, Вот да? видишь, У у тебя нас какие общее дело отношения. появляется, а на этом фоне вы начинаете мягче, лучше, комфортнее себя чувствовать и чувствовать ребенка, он вас или кого-то еще. Это поможет человеку всегда, когда ему нужно снимать черные очки и розовые очки надевать, а на самом деле, чтобы у него были очки нормальные. А вообще лучше без очков. Почему? Да, без Потому что... очков, но с солнечным настроением. Да, потому что мне многие пишут сейчас в комментах, что после этого упражнения, после этого приема, как хорошо с этим усилием одновременно, почувствовали себя необыкновенно. Как лучшие моменты жизни. Вот это очень важно. То есть всегда человек сможет, независимо от времени и пространства, чувствовать себя в хорошей форме, эмоционально, физической, если, как ты говоришь, каждый день. Ну, вот женщины любят регулярность, чтобы каждый день, чтобы последовательность была. Но если у вас нету и на это времени, то хотя бы 5 дней подряд поделайте, и у вас будут навыки. Да. И даже в самолете, даже в подводной лодке вы всегда вспомните, как хорошо, вспомните, как вы это делали. И вам уже станет легко. Да, так и бывает. Так и А бывает. я настаиваю, так как мы каждый день в стрессе, 5 минут каждый день выделять сбросу стресса Ну, в как и стиле медитация, лучше тренировки. это регулярно, Конечно, регулярно, конечно. регулярно. А у нас высшая форма медитации, динамическая, И второе. с разными точками воздействия. Да, И так. второе, что важно, ведь каждый находится на своей точке текущего состояния, напряжения, да, тревожности или наоборот комфорта. У каждого по-своему в данный текущий момент будет это происходить. И кто-то будет становиться легким, счастливым, а кто-то будет говорить, что-то мне это не помогает.
Так вот, второй момент. Ведь в таком случае, возможно, и нужна индивидуальная онлайн-консультация. Пусть тебе потому что каждый на своем уровне находится. И пусть у вас есть индивидуальная консультация, и у меня есть индивидуальная консультация. То есть нужно об этом помнить, что каждый человек на своем уровне психофизиологического напряжения, текущего момента. Кому-то сразу когда человек в стрессе, он привыкает к стрессу и уже не замечает, что он в стрессе, и никак свои проблемы решить не может, и удивляется, чего у него ничего не получается. А если этим пользоваться, он из невезунчика становится везунчиком. Глаза раскрываются, и он начинает шансы, которые каждый раз выпадают, использовать. Да, вот сейчас мы дали шанс. Внимательно посмотрите эту встречу мою с Оленом. Внимательно пересмотрите, как делается вот это. Посмотрите на наши ромашки. А мне Любовь Абакумова написала. Ваши картины – это тоже моя точка опоры. Спасибо большое, Любовь. Да. Привет, Любовь вам, дорогая наша. Она очень тонкий ценитель и знаток, кстати. Если она очень тонкий знаток человеческих она, душ. Да, если бы она мне сложно было бы вести там нашу тематику, она всегда подскажет. Подскажет, причем она развернуто это делает. И многим это понятнее становится. Любовь от нас, Лена, большое вам спасибо сердечное. Да. Итак, еще раз посмотрим на ромашки Алены, на божью коровку, которая у меня на ромашке. Алена, отодвинься. Ага, во-во-во-во-во. А то ты своим сиянием заслонил свои ромашки. Да-да-да-да-да. Пусть видят, запоминают, что это большие художники рисуют. Почему? Потому что от души. Для вас, друзья, здоровья и счастья. До встречи.